23 февраля в Ледовом дворце «Хризотил» прошел хоккейный праздник. В Ледовом дворце «Хризотил» праздничное мероприятие. Сегодня здесь подводят итоги сезона по детским турнирам первенства области среди команд клуба «Золотая шайба» на призы губернатора Свердловской области и итоги по открытому чемпионату Асбестовского городского округа. Все началось с награждения. Победители соревнований получают свои заслуженные награды. Тренерам вручают благодарственные письма от главы Асбестовского городского округа. А также благодарственные письма и ценные подарки от Федерации хоккея получают лучшие игроки. Наши ребята очень успешно выступили в областных соревнованиях. Одна команда заняла третье место, второе и первое место ребятки, которые всего по 5 лет. О, да. Сегодня в день закрытия Олимпиады настроение у всех хорошее, боевое, все на подъеме. После вчерашнего дня, когда наши вышли на первое место, это настроение оно чувствуется и здесь. То есть вот этот праздник... Тройной сегодня праздник. У нас праздник хоккея, день Олимпиады, и сегодня у нас 23 февраля. Я от всей души поздравляю всех мужчин с этим праздником. Желаю вам успехов, здоровья, всего доброго. И главное, внимание близких. Праздником! После награждения были проведены конкурсы. Первый конкурс – вратари, где нужно забить шайбу в ворота противника. Второй – самый сильный бросок, где шайбу бросают вдоль борта. Третий конкурс – самый красиво исполненный буллит. Четвертый конкурс – командных эстафет, в котором хоккеисты по 5 человек из команды пробежали на скорость. После соревновательной части прошел матч звезд Асбестовской хоккейной лиги памяти асбестовца-героя Советского Союза Алексея Махнева. Юлия Рушенцева, Тимофей Хлебников, Новости АТВ.